Всем привет! У нас сегодня великолепные драники. Самый простой рецепт. Мы с вами делали уже и без яиц. Я буду натирать и буду рассказывать. Натираю на такой терке. Никакого блендера. Я уже пробовала и на блендере. И без яиц, без муки. Но это у нас самые любимые драники. Натираем. Я прекрасно справилась. Дальше ничего не отжимаю. Яйцо, соль, перец и мука. Все хорошо перемешиваем и быстро идем жарить. Обязательно я луковицу потерла до картошечки. Все. Посмотрите, картошка еще не потемнела. Я делаю небольшими порциями. Средний огонь, чтобы картошечка и внутри прожарилась. В моей семье это самые любимые драники. Мы с вами уже готовили, как говорят, настоящие драники. Это без яиц и без муки. Вкусно, но у нас больше любят такие. Все, обжариваем. Я уже подготовила бумажное полотенце. Край начал золотиться. Давайте попробуем перевернуть. Смотрите, какие они красивые. В нашей семье это любимый рецепт драников. Так. Запах идет невероятный. И обжариваем со второй стороны. Посмотрите на эту красоту. Ничего мы с вами не отжимали. Обязательно на бумажное полотенце и со сметанкой. Это самые вкусные драники. Перед следующим применением я обязательно картофель перемешиваю, нашу эту массу, и новую партию. Рецепт под видео. Не забывайте подписываться на мой канал. Давайте же снимем пробу. Ох, горячие еще. Посмотрите на эту красоту. Внутри картошечка. Она прожарилась. Очень сочные. Ничего не отжимали. Очень вкусно.